Привет, друзья! С вами Раш Талензука. Мы продолжаем прохождение игры «За гранью две души». И сейчас нас ждет глава под названием «Призраки». Чьи призраки нас сейчас встретят, мы увидим только в этой главе. Так что ждем. Ждем начала. Спи, принцесса. Как Нейтан? Когда я его увижу? Я не знаю, зайка. Он 3 дня не выходил из кабинета. Он любил жену и дочь больше всего на свете. Давай попробуем завтра, хорошо? А теперь поспи. Что-то не спится. Вау. Это же дочь профессора. Она чего-то от нас хочет. Она хочет нас что-то, нам что-то показать. Давай, веди нас. Страшно. Что ж, она хочет попасть, точнее, чтобы мы прошли в кабинет к Нейтану. Помните это место, когда впервые мама провела Джоди сюда? Джоди, что ты бродишь среди ночи? Ложись спать. Вот что-то не спится. Я так полагаю, что девочка хочет, чтобы что-то ему передать, чтобы через нас, через Джоди. Мы здесь, Нейтан. Мы рядом с тобой. Хелен. Лора. Мы любим тебя. Всегда будем любить. Говорите со мной. Джоди, пусть они вернутся. Скажи им, пусть вернутся. Не могу. Они ушли. Останьтесь. Я так скучаю. Я не могу без вас.
Почему они не могли сказать ему что-то большее, я не знаю. Почему так мало разговаривают? Ну что ж, ну на этом данная серия завершается, друзья. Она была очень короткая, не обессудьте. До новых встреч!